Недосыпание несет смертельную опасность. Ученые. Недостаточное количество сна вызывает болезни, которые увеличивают риск преждевременной смерти. Группа американских и испанских ученых выяснили, что сон меньше 6 часов в сутки опасен для здоровья. Об этом сообщает OrCalRT. Ученые из США и Испании провели эксперимент с 3974 жителями Испании. Оказалось, что те из них, кто спал менее 6 часов в сутки, более подвержен риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. Добровольцев разделили на 4 группы в соответствии от их образа жизни и количества сна. Все носили устройство, которое фиксировало длительность сна и периодов бодрствования. Также участники эксперимента прошли медосмотр. Результаты исследования показали, что вероятность развития атеросклероза повысилась на 27% у тех, кто спал меньше 6 часов, по сравнению с испытуемыми, спящими по 7-8 часов. Риск заболевания сосудов также возрос на 34% у тех, кто спит беспокойно и часто просыпается. Также ученые отметили, что сон больше 8 часов негативно сказывается на здоровье и может способствовать атеросклерозу. Ранее ученые выяснили, кто чаще болеет раком. Совы или жаворонки. Также корреспондент сообщал о том, что ученые назвали опасность дневного сна. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.